Вы историк. Я историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Признавайтесь, кто вы такой? Вы лицо официальное? Никанор Иванович, все так зыбко и условно. Сегодня я лицо официальное, а завтра, глядишь, и неофициальное. Вчера на Патриарших вы встретились с сатаной. Ваш собеседник был у Пилата и на завтраке у Канта, а вот теперь он посетил Москву. Год тому назад я написал о Пилате роман. Так вы писатель? Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат. И сами все дадут. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Рукописи не горят.